всегда предпочитала большие объемные пальто серого цвета в полоску, немножко мужского стиля. Потом кеды-кроссовки, как летом, так и зимой ношу, с платьями, с кружевом. Сочетаю совсем-совсем-совсем, со строгим стилем, каким-то более классическим, официальным. В этом сезоне бархат, конечно, бархат. Фаворит, король, наверное, вообще любого гардероба. Тоже можно как на повседневное мероприятие пойти, можно на торжественное, более торжественное. Косухи. И если брать какие-то принты, то это шотландская клетка, которая тоже уже в очередном сезоне очень ультрамодная. И тоже из пиры в мир не можно пойти. Серый, белый, потом иногда красный, могу себе позволить по настроению. И, наверное, глубокий зеленый цвет. Я первый раз на программе «Модный приговор», и, в общем-то, программа уже известная, смотрела ее по телевизору. Иногда очень интересно наблюдать за преображением героини, очень интересно наблюдать за работой стилистов, потому что иногда просто человек меняется настолько, что не веришь, что просто одежда за какие-то там полчаса человека может поменять кардинально.